Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня десяточка, и сегодня, наверное, один из самых таких мега-крутых дней. Мы качаем смотрителей дальше, и мы получаем мега-имбище, и это мега-имбище мы, наверное, еще и прокачаем. В общем, поехали. Оп! Вот такие вот плюшечки я забрал сегодня, соответственно, у нас есть Shopping Spree, и Shopping Spree вы имеете возможность дополнительно еще, это считается, скажем так, одной из топовых дополнительных бонусных донатных акций, вы можете забрать вот такие вот плюшки на выбор, то есть тут все, что хочешь есть, можно огника собрать по 60 осколков. В общем, такой вот трешечок у нас, и я забрал 9 рунки и забрал 40 осколков, соответственно, у нас уже есть космо, которого вы, кстати, можете тоже получить, если будете, так, а что у меня там за скины светится, если будете, на космо, если будете участвовать в конкурсе, до выходных он идет, поэтому у вас есть еще время. По-моему, в понедельник я его запустил. Так. Окей, с этим разобрались. Поехали. Обмен. Отлично. Бум. Еще плюс один герой. Супер. Так, и что у нас осталось? Осталось у нас совсем ничего. Осталось землеройка, минотавр, разруха и валька. Самый недостающий герой на аккаунте. Думаю, без вальки можно свободно жить. Так, ну что, поехали прокачаем смотрителей. Где наши смотрители? Смотрите, вот они. Посмотрим, сколько у нас там хватит. 45 до 45-го. Ну, нормально. В следующий раз дальше прокачаем. Может, какие-то будут интересные еще плюхи. Так, 45-й. И тут 45-й. Ой, как силушка пошла. Сейчас будет 140, а то и больше. Так, отлично. Где наш космо? Вот наш космо. Нифига себе, с пятым берсом сразу. Ну, космо будет сейчас у нас с двумя талантами. Это либо живо. Не либо, а живо и римка. Это самые оптимальные варианты на сегодня. У нас ни того и ни того нету. Поехали. В поисках, ребятушки. Ну, коробочек, в принципе, нас хватает. Мы должны вытащить. Либо ремка. Ремки здесь очень хорошо падают, поэтому, я думаю, мы недолго будем заморачиваться над этим. Так, огненка нам, в принципе, тоже не нужна. Исцеления нет. Еще раз огненка. Ну давайте, уже оживо, отлично. Просто супер. Сразу же апнули на максималку. Это именно тот герой, смотрите, вообще просто люкс. Вот что-что здесь падает, просто чудесно. Так, из таких героев, кому хотелось бы поставить, что у нас там на Афинке, но на Афинке нету скина. Для нее это было бы неплохо. Так, стрелок. Бигфут. Ну, на Бигфута я не знаю. Асура. Рогатка. Бугича встроенная. Розе смысла нет. На смерть поставить.
Такс. Дед Мороз у нас с Бастом. Блин. Можно было бы и Медузи поставить, чтобы не сливалось. Давайте пока на Малышника поставим. Так, с Ремка. Где наша Ремка? Ремка, приди. Утекание нам не надо. Вот так вот. Просто изи, ребят. Смотрите, какой у нас космище получился. И тоже делаем сразу же максималку. Отлично. Вот скилл качаем. Качать тоже есть чем. Так, отлично. Что, поехали? Сто сорок. Пошла жара. Не хватает. Всего хватает. Можно жить. Давайте вот сейчас, кстати, вынесем героя. Вместо кого? Место давайте вместо дракона, в принципе. Видите, как сейчас будем мы налегке фармить. Так, может, руны немножко просветики качнем. Вот это герой. Смотрите, только раз. Супер. Нормально, кстати, это сейчас поднимем быстренько золото. Такс, где наш космо? Ай, ладно. Промахнулся. Так, что у нас? А, у нас тут хватает. Сейчас мы быстренько просвет догоним, чтобы можно было нормально поставить на героя. Эмблемку и качать дальше. Нам еще чуть-чуть осталось до Минотавра. Ну, думаю, к выходным мы уже догоним его. И аккаунт будет практически фул собран. Конечно, землеройку. Ничего себе, посмотрите, как. Вот вам пожалели подашку и, соответственно, нас наказали. Так. Кто нам нужен? Этот и. Вот так вот, поехали дальше. Да, Минотавриком тоже классно, конечно, фармить. Паралич, зональный урон. Просто бешеный, я вот вам скажу. Это один из моих таких любимых героев на сегодня. Это Космо. Потому что он самый такой универсальный. Фрея, Космо. Ну, Огник, понятно, чем универсальный донатом. Соответственно, он и. Хотя, наверное, он один из таких донатных героев, кого мы используем очень часто. Очень многие донатные герои просто не актуальны. Тот же самый Вольт Некрос. Они не настолько актуальны. Про разруху я вообще молчу и шапку.
Ну, Минотавр по мере используется. Так, все, нашего Космо опять ушатали. Такс. Так, в принципе, нам должно сейчас хватить. Можем вот так вот сделать. И не париться, вы скажете, что ты делаешь? Там у нас этих, блин, запашек, я вам скажу честно, с книг валом. Это не проблема на английском сервере и на донатных этих аккаунтах. Поэтому мы можем это делать смело. Так, качаем. Получим немножко таких книг. Так, ну так как Космо у нас нет. Let's go. Отлично, теперь мы можем делать аугментацию герою. Так, ну тут мы сейчас ничего не сделаем. Снарягу мы тоже не особо покачаем. Точнее, просветы. Все отлично, аугментация есть. Что у нас тут, доспех? Ну, можно, в принципе, на первое время. Там у нас угник. Поставим на угника. Нету смысла, конечно, коробки тратить. Сейчас посмотрим, что нам будет. Доспех. Ну, поставим пока временно, чтобы не сливали. Надо больше сделать аугментации, тогда уже можно будет нормально трешевать. Такс. Космище. Видите, силушка просто бешено растет. Такс. Чем мы паримся вообще? Я не могу понять. Тык-тык-тык-тык-тык. Где наш космик? Космо. Так, отлично. 200-й сделали. Докачиваем просветик. И идем открывать плюшечки. Посмотрим, что у нас оттуда сегодня выпадет. Так.
Вторая эвка. Это тот герой, которого знаете, которого не жалко качать. Я думаю, многие из вас понимают, почему. Так, у нас тут плюшки нам дало. Та-та-та. Так вот сделаем, потратим немножко самики, чтобы не затягивать. Так, еще немножко, немножко, и у нас будет уже восьмая эмблемка на героя. И он будет как и опник собран на максималку. Ну как максималку, относительно максималку, максималки. Я имею в виду так. Для обычных людей. Все, что можно выжить. Так, ремочка. О, уже 6 ремочек, ничего себе. Так, надо 96-й. Понял. Понял, принял. Вообще, по-моему, аккаунт просто песня. Отлично. Поехали. Поехали, теперь посмотрим, что сейчас они скажут мне на мое космище. Правда, он рядом набьет. Видите, нас это не останавливает. Блин, жалко, что нету на моей силе. Не, все-таки есть. Все-таки есть донаты. Смотрите, у него Минотавр, Фрея. Ничего себе, модный, модный перец. Воу-воу-воу. Осторожно. Почти. Чуть не хватает. Надо, кстати, доделать Феникса, наверное, тоже будет докачать. Это у нас, ребят, еще нету агментации, нету созвездий. Ну, это этим надо заниматься очень долго. Но они тоже очень многое решают. Вот дырочку нашел. Ничего себе, прикольно дух смотрится. Так, ну что, финишная прямая. Давайте. Давайте уже каких-то интересных противников. Ладно, экономим последний раз время. Отлично. Бум. Так вот, еще одна имбушка у нас докачана. 10-10-9-9. Обычный вариант, обыденный, ну, я считаю, необычный для многих. Так, что у нас здесь есть? Ничего интересного. Поехали открывать плюхи. Плюшки, плюшки, плюшки. Open. 10 коробок. Еще камешки, камешки. Отлично просто. Пакт, СО. Все, что надо, ребят. Посмотрите, сколько пактов и СО. Что еще хотеть? А вот и подъехали книжечки на прокачку. Рунки.
еще коробочки. И тут плюшки у нас. Просто кайф. Сейчас прокачаем еще здание. Ой. Обалденный аккаунт получается постепенно. Ну, в принципе, тут любой аккаунт, который качается чуть-чуть попозже, он получается более обалденный, более дешевый, чем все остальные. Так, что у нас тут? Что у нас по этим? Маловато получили. Так, забрали книжечки. В принципе, вот так вот потрешивали сегодня, прокачали еще одну имбу. Можно, кстати, ему тоже единичку поставить. О, давайте, знаете, что сделаем? Попробуем сбегать на архи. Имеет отражение. Так, тыковка есть, фрейка есть. Ставим вместо стрелка космо. И вперед сразу же. Вот так вот попробуем нахрапом взять. А вдруг закатит, вдруг сейчас затащим. Конечно же, топовый урон мы не затащим, но ради интереса посмотреть. Ну и космо надо 12 скилл. Как минимум. Но посмотрите, разгон есть. Вау, 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 вау. Ладно. Ой, ничего себе. Нормально мы так набили 55 лямов. Ладно, потом будем тестировать это. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Не забывайте, что видосик участвует в розыгрыше. И этот аккаунт в розыгрыше. Пишите комменты. Всем удачи, всем пока.